30 апреля первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург, министр спорта Александр Фабрициус и директор областного велоцентра Иван Костюков побывали в здании строящегося велотрека. Готовность спортивного сооружения к запланированному открытию стала основным вопросом рабочей встречи. Планируется, что торжественное открытие велотрека состоится в конце июня, а уже в августе здесь пройдут первые всероссийские соревнования. То, что мы видели раньше только по телевизору, на чемпионатах, сегодня это становится реалией в городе Омске. И мы не просто говорим за последнее время. Он всегда славлен был спортивными традициями. Но сейчас многие вещи позиции и баскетбола, и волейбола, и хоккея, и то, что строительство хоккейной академии детской, это очень важно. Омск и вообще Омский регион – это спортивный регион. Об этом говорят все в России. На данном этапе строительства Омского велотрека его готовность оценивается на 80%. Завершена облицовка фасада здания и внутренних помещений, уложено полотно трека, проведены электрокоммуникации, установлены системы вентиляции. Не менее чем сказка. Так в предвкушении открытия трека высказывается успешный омский велогонщик, мастер спорта международного класса Валентин Савицкий. Областной комплекс подготовки по велосипедному спорту возводится с учетом современных требований к условиям проведения международных соревнований. Трек – это третий для страны, единственный государственный, 250 метров международного стандарта. Заинтересовывает многих спортсменов даже высокого уровня, которых тоже хватает в нашей стране. Для того, чтобы проводить здесь тренировочный процесс, для того, чтобы вообще даже выступать за этот регион. Поэтому перспективы большие, очень большие. Помимо велогонщиков обретут свой дом в этих стенах и представители других видов спорта. Планировка трека позволяет эффективно использовать ядро сооружения. Помимо велотрека, конечно же, такое огромное спортивное сооружение, оно и планировалось, что вот в части, где мы стоим с вами, нижняя часть будет рассчитана, мы делаем сегодня для того, чтобы проводить чемпионаты Европы, России по бадминтону будет 10 полей, таких полей нет, и мы специальное покрытие делаем. Планируем проведение здесь теннисных, также теннисные корты, волейбольные площадки для занятий. Ну и сегодня мы рассматриваем вопрос, так как нет у нас большого игрового зала в Омске, посмотрели по всем нормам, обратились в федерацию, федерации дали добро на то, чтобы здесь был игровой зал. Игровой зал, я думаю, что мы здесь делаем для баскетбола, для гандбола, и я думаю, что у нас есть еще и флорбол и мини-футбол. Таким образом, в спорткомплексе смогут заниматься около 1500 спортсменов. На велотреке предусмотрены трибуны на 300 зрительских мест. Уже сейчас специалисты уверены, объект станет хорошей тренировочной базой для спортсменов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.